Начинать ли свое дело в разгар пандемии? Взвесив все риски, белоярцы открывают предприятие. Сестры Анна и Екатерина любят готовить, потому решили запустить собственное кафе и кулинарию. От идеи до воплощения прошло 5 месяцев. Ремонтом занимались самостоятельно, девушкам помогали их семьи. Пока скатерть-самобранка работает только на вынос и доставку. Но когда пандемия закончится, кафе сможет принимать посетителей. Именно в период пандемии в Белоярском появился и новый вид досуга. Небольшие компании приглашают в гриль-пар. Здесь оборудованы уютные домики со стационарным грилем. Идею подсмотрели в Ханты-Мансийске. Понимали, что это будет очень колоссальное вложение, что это будет довольно сложный путь, но, тем не менее, не стали откладывать долгий ящик, потому что мы бы тогда вообще ничего не сделали. Они нам изготовили их к весне, но все внесли нам, испортили планы. Это коронавирус. То есть запрет ввели, то есть нам пришлось это всю постройку перенести на уже на осень.